Всем привет! Контртеррорист Вин. Где купаться? Пистолеты. Найтхок. Точка 50C. Идем мочить Руслана. Ай! Чё я плохо? Надо ведь еще купить там какой-нибудь там прикольный там типа бронежилет и шлем. Там, например, еще какой-нибудь прикольный световой и номер сапора. И теперь ютюбивает Руслана. Ня-ня-ня-ня-ня. У меня новый микрофон. У меня новый микрофон. Я насидел Спанч Боба себе на микрофон. Так он. Как дела? Так он. Ой, Герман Найтхок. Мне что будет чуть-чуть не круто. Говноед. Три хп. Ты не успеешь. Не успею, это я-то не успею, меня набер сапера. Набер сапера. И я победил! Так, тихо. Предыдут купище. Чё-то не сработало. Руслан! Ну. Чё? Всё хорошо. Сейчас четко. Все хорошо. А почему это два? Погоди, мы только же один раунд играем. Почему 2-0? Потому что там был один какой-то странный. Неправильно. Че ты его тут не знаешь? Пошел в другую буковку. Свистеть плохо, не свистеть. Да хорошо. Сразу. Я прошел третий Metal Gear Solid по стансу. На European Extreme. Вся Руслана... АААА! ЧИТАК СКАЧАЛ ВОЩЕ ТЕ ЭТО САМОЕ! ЧИТАКОВ НАКАЧАЛ! Ванцлок банит. Ван забанит тебя за читы твои. Руслана Ван забанил. Там что-то играл, его забанил Ванц. Да ты откуда? Че так скачал? Через стену видел. Я всего лишь 65 часов заигранным в нём. А всего лишь? Я вообще норм. А у меня... 17. Зато! У меня в Call of Duty наиграно больше. Чё-то твой скилл Call of Duty чё-то не работает тут. Опа. Сам ты опа. Оп-оп-оп-оп. Мазила вообще. Говноед. Лох, вообще, сколько хп? 75. 75. Видал, если бы еще чуть-чуть приземлился, я бы сдох. Угу. ВЛХ-шка. Какая ВЛХ-шка? ПДХ-шка. Какая ПДХ-шка? Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ты сдох? Нет. Не попадешь все равно. Говноед! Ты это видел? Говноед. Слово! Слово! Прикольно было вообще. Серьезно, вообще я такой иду, и просто хилшут. One shot, one kill, no luck, just skill. Говноед! Как офигеть, в пузо стреляло, мне засчитали как... Разброс пуль. А в Call of Duty? Там автоаим. Да там вообще, блин, аимбот. Ой, черт, я сам себя палю. Тихо, меня тут нет. Калинка моя. Это я, малинка, калинка моя. Жок. Ты где? Жопа под три. Я спрашиваю, ты где? Это не в рифму.
Ты где? Понатри жопу. Ой, там окно разбито. Пацаны, он где-то тут шастает. Ага. Квоет! А я услышал тебя, надо, короче, по, вообще по-тихому ходить, понимаешь? Прикольно. Ой, чувствую это к бите. К чему? Да ничего. Ничего, хорошо? This is Russia. А чё ты ни разу еще на... Как это было? Чё ты еще ни разу на А не был? Я только что оттуда пришел, дурак. Нет, ты пришел из с лестницы. Ты с лестницы. Ты с лестницы. Ты с лестницы. А у меня твой коллаж. Это ЦВ. Извините, у меня твой ЦВ. Какого фига? Говноед! Смотри, твое. А, у меня есть. Тихо. А я не хочу. А! Ой, смотри, у меня есть твоя граната. Говноед. No luck, just kill, или как там было? Ой, не та граната! Оу. Так, окно там не разбито, значит, он еще тут где-то не шастает. Но, скорее всего... Говноед! Говноед! Слог! Ты меня, как ты знал, что я там? Я видел тебя. Ты такой шел, я. О, Руслан, а, надо по нему стрелять. А я промахнусь. Надо, короче, потом такой стою, слушай, не знаю, что делать. А потом решаю, короче, кинуть слеповуху. Я такой кусок. Калинка. Тут мало свободного места, тут как бы. Тут очень тяжело все это садить. Понимаешь? This close quarters combat. Не, просто Call of Waters. Как в Battlefield. Это как в Battlefield третьем там дополнение Close Quarters. Там, короче, он офигенный, там вообще почти полная разрушаемость. Там можно через стены стрелять. И не просто будет дешевая хрень, как в этом, в Counter-Strike, а там реально стены будут... Shit. А там реально стены будут разрушаться, там дырки в стенах можно делать это... Ах ты говноед! Обезвреживание бомбы при помощи сапёра. Чё ты взял прят по-чёрному? Надо окно... Потому что я простреливаю окна, понимаешь? Только простреливание окон спасёт этот мир. Говноед! Да задолбал ты уже! Чё-то тебе прет по-чёрному! 9-2! Уже счёт. Ну, считай 8-2. А, да, 10. 9. Там один лагерь. А я просто в шанка переиграл, понимаешь? Хирошенко. Как? Хишенко. А, тебя тут нету. Нет. Гранату я слышал. Надо пойти искать. Выискивать. Так, здесь дощечки не разбиты. Значит, вот. Ой, там окно прострелено, значит, он где-то там. Как нет? Это я или. Это он! Где-то тут прячется ходит! Полюбас! Тихо-т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 их
Оу, фак! О, нет. Наконец. Я с маленькой пердягой тут сижу. Тихо. Вы не в зоне покупок? Мамка твоя не в зоне покупок, а я в зоне. Ты на зоне. А как называлось? А как называлось? А, вот. Они сюда спавнят! Пацаны! Я всосал, походу. Лаги! Да, блин, Герман, да перестань! Лаги. Чё перестань, сам перестань. Так, здесь не пикает. Пошли на другое место. Да блин, камнеед! Да почему я не успел выстрелить? Блин, я... Твою мать, я буду плакать! Ну, Руслан, ну хочешь, я тебе дам убить вот в этом раунде? Чтоб ты не плакал. Почему? Потому что. Ну давай. Иди в жопу. Ну ты просто плачешь, так мне тебя жалко прям. Иди ты уже. Вот так. Пристроливать Руслана, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что-то не работает. Что-то, блин, тащички разбились. Шла, там кто разбилась? Где? Там. Уверен? Да. Ты абсолютно уверен? Да. Абсолютно, ты чё, абсолютно? Я... Ты что такой дурак? У тебя зона, у меня там нет уши. Дерн, тихо. По стелсу горишь? Да. Здесь такое устрою по стелсу. По стелсу. Говноед. Стреляет где-то. Да блин, да перестань ты уже за спины подходить. Как менять? Как менять оружие? Фак. На какую кнопку менять оружие? Броси. Во, на Г, короче, надо выбросить. Где вот он? Маверик! Маверик, да? Как его полное название? У Маверик это. Маверик М4А4. Вот. Китайское говнище. Он опять окно прострелил, пацаны! Нужно срочно выдвигаться! У меня сейчас ни одной гранаты нету! Фок. И все равно я выиграл! О, спасибо за гранат. Нет. Закупиться гранатами! И броник, и шлем! И, короче, еще... Блин, что-то помню про броник и шлем. Я что-то забыл про них. Ты ведь слышал, как я разбил стекла? И стекла. Ну вот видишь, правильно, то, что я сдушить. Понимаешь? Постел. Да ты заколебал! Ты сейчас выйдешь отсюда! Ой. Тихо. Керон. Че? Как дела? Я тебя слепил? Чуть-чуть. Чуть-чуть? На самом деле нет. Чему? Потому что это Россия. О, ослепляться. На этой карте очень мало места. Мало места на этой карте? Да! Ой, да, свою вонючую эту, как ее, АВП не сможешь использовать. О, бедненький Руслан. Не может пострелять из АВП. Да ты... Ты хоть раз, ты ни разу даже не пытался закладывать на А. А то. Ага. Где ты? Говноед! Ай! Говноед! Говноед, говноед! Ой!
Вот, блин, я всегда не по стелсу разбиваете стекла. Надо по стелсу. Надо одевать глушак. Потому что... Ой, не так, ну-ка. Сразу. Калинка маленька, калинка моя. Саду ягода, калинка маленька моя. Садуба. Что? Саду ягода, калинка, калинка моя. Ты странные слова. Ты много мечтать. Палка, палка. Неужели Руслан наконец-то пошел на А? Ты сейчас поедешь? Просто. Эй, Руслан пошел на А. Первый. А там стекло разбито! А, оно уже было разбито. Палка, палка. Заколебал, где ты прячешься? Я не прячусь, я схожу. Верен? Абсолютно. Точно? Да. Прям. Тупая игра. Черт возьми, ты где? А ты где? Я уже начинаю. Тупое ведро. Ведро. Я уже начинаю подозревать, что ты где-то. Это мне показалось? И это кусок Руслана, я там только что. Где там? Там. Если про то, тогда не угадал. Блин. Ты вообще на серваке? Ну, мой кусочек тут есть. Ты где? А ты? Я туда. Тут ты? Так, тут тебя нет. Значит, меня не тут, а? Ах-ха! Значит, тебя не тут. Так, давай просто будем думать, как... А как ты... А как? Да иди. Ножичек, ножичек. Чё ножичек? Ничего не ножичек. Берёшь ножичек и прыгаешь туда. А, да? И потом нажимаешь на ту кнопочку четкую. Это была ловушка! Стоит такой там, выглядывает меня. А то. И как ты мог не попасть, объясни мне. Я попал. Ты не попал. Ни разу? Вообще ни разу. О, лох. Я не туда! Фак! Пора бежать. Ты что, на Б? Нет! Нет! Взрывайся. Ну и пошел ты.
Ну хоть оружие я моя у меня осталось. Следующая карта сейчас будет. Какая следующая карта? Почему? Потому что. Потому что бомба взорвалась, и эту карту типа разнесло, что ли? Нет, ты выиграл этот раунд. А чё Руслан не запалили, а меня запалили? Потому что я бежал возле другой стенки! Какой возле другой стенки? Я тоже возле той же стенки бежал. Ты чё, прямо перед ним носом бежал, а я далеко от него? Все двое заметили! Потому что я бежал в другой стенке. Вовремя! Пацаны, знаете, что здесь сейчас нужно сделать? Так, приготовимся сейчас к полному Кобзонычу! А! Вот тихо.